Итак, пробуем бэкап сделать. Опять System Rex CD. Грузимся. System Rex CD. Ну, обычная загрузка. Нет. Так. Это телефон, чтобы ты знал. Сейчас мы смотрим, загружаемся. Так. То есть. Сейчас порты мы читаем у нас. А он сохраняет по одной партиции, да? Значит, вот это у нас part image. Мы можем по одной партиции сохранять. Это файл, на который мы сохраняем, ну, скажем, на флешку. Так. Так. Exit F6. FS архив. Это у нас чисто консольная программка. То же самое все делает. Так. Значит, так, DD риск тоже консольная, можно клонировать весь диск. Я думаю, проще сделать part imager, чтобы пройтись по каждой партиции отдельно и потом восстанавливать. Ну, вот что-то в этом духе. F6.